Мэр города Юрий Шалабаев проверял сегодня благоустройство общественных пространств в разных районах города. В первую очередь он посетил Гордеевский сквер, который подрядчики бросили, не доделав. Дорожку правую не приняли у них. Вот эту? Не приняли. Велосипедную, да? Велосипедную. Часть борта не приняли. Песочное основание и планировочные работы они хотели. Деревья все сохранили старые, максимально, да? Максимально. Сохранить, отходить от них подальше. Что даже там вторая красивая. Здесь борщ. Здесь вот Рябиновая аллея. То, что можно было дополнительно посадить. Посетил сквер Гордеевский, потому что о нем эмоционально писали местные жители в социальных сетях. Ситуация сложная, эмоции жителей совершенно понятны, потому что начали благоустраивать в прошлом году, подрядчик не рассчитал свои силы, а попросту мы называем его недобросовестный. Сквер не доделал и бросил, соответственно, мы с него взыскиваем все необходимые штрафы, неустойки и так далее. Да? Но сквер мы не имели права в таком состоянии поставить, поэтому были выделены дополнительные средства на то, чтобы доделать этот сквер. Сквер Гордеевский стал проблемной точкой еще с прошлого года. Спасибо большое жителям, с одной стороны, за вопросы, часто задаваем, с другой стороны, за понимание и поддержку. Я думаю, что к дню города или в первой декаде августа мы увидим законченный сквер. И этот сквер будет в дальнейшем продолжением, так как мы делаем еще один очень хороший объект на улице генерала Зимина. Сквер Березовский. Он занял второе место в голосовании среди объектов Московского района, коих 4. А сквер был проходной, а сейчас помимо того, что он комфортный проходной, он еще и общественное пространство небольшое для того, чтобы местные жители могли здесь спокойно провести время. Территория была немного заброшенная, и хотелось бы, чтобы мы с жителями здесь как-то проводили хорошо время. Теперь здесь очень красиво, можно прогулять, сходить вечерами. Замечательно, замечательно, современный. Удобные лавочки, удобные качельки. Потом, видимо, благоустройство продолжается. Рассаживайте растения. Уже 4 пространства завершены раньше срока. Это территория по улице Культуры, это территория сквер Ракеты в Сормовском районе, площадка около администрации Приокского района, сквер по улице Березовской. 4 пространства закончены, еще 9 пространств мы в ближайшие 10-15 дней будем принимать, и поэтому нижегородцы смогут их посетить и увидеть уже в благоустроенном виде.